по поводу выхода Турции из НАТО и интеграции Турции в евразийское пространство. Это, знаете, очень такой вопрос сложный, можно сказать, потому что я не представляю себя, как возможно будет просто так быстро выйти из НАТО. Тогда, когда вся военная инфраструктура Турции построена с помощью натовских проектов, с помощью натовских финансовой помощи, и существует в принципе в координации с Брюсселем. Это будет не так просто. Если Турция сегодня возьмет и выйдет из НАТО, то Турции придется отказаться от военных баз натовских, которые размещены на территории Турции. Турции самому в одиночку придется переоборудовать армию, снабжать и производить такую военную, как говорится, такое вооружение, которое ему предоставляет другие страны НАТО, союзные, партнеры. Помимо этого, еще будут более серьезные проблемы с экономикой. И я думаю, что Эрдоган все-таки играет очень такую неправильную игру. Подыгрывает и Москве, подыгрывает и Тегерану, подыгрывает в том числе и Западу, потому что какие-то политики из окружения Эрдогана, в том числе и министра иностранных дел, недавно заговорили об интеграционных проектах Евросоюза. То есть это без ведома Эрдогана, мы все прекрасно понимаем, он бы не посмел озвучить такую мысль. Вот и вывод такой после этого, что Эрдоган играет свою игру, свою амбициозную игру султана, у которого свои политические цели. Ему сейчас выгодно оставаться в НАТО, одновременно получать помощь, военную помощь в виде вооружения России, играть на двух флангах против интересов России в Крыму и против интересов, допустим, там Грузии и других стран на Кавказе. Понимаете, вот создается такая ситуация сумбурная. Что касается дальнейших интеграционных проектов, я скажу все-таки, что было бы хорошо, если они интегрировались в эту евразийское пространство, и если бы сегодняшняя турецкая вот эта номенклатура политическая отказались бы от этих амбициозных, враждебных, очень агрессивных, неосманских тенденций, но этого мы все видим, что пока не намечается. Ну, будет трудно, если они даже откажутся от этого всего, и они если скажут, что вот мы начинаем интеграцию в российском пространстве, им придется перестроиться, всю финансовую систему перестроить придется на евразийское пространство, на Россию, на Китай, на Иран, которая привязана очень сильно. Весь банковский сектор Турции привязан к западному сектору. Еще помимо того, что есть вот эта финансовая ситуация, есть политические разногласия с Грузией, с Арменией. Это очень сильные политические разногласия. Сколько бы грузинские власти сейчас не апеллировали тем, что Турция является историческим братом, в реальности это не так. И население Грузии – это глубоко консервативное население. Это не 15% либерально настроенного какого-то непонятного сегмента, которые живут в мегаполисах. Мы не приемлем, конечно, с такими амбициями Турцию и в интеграцию в одно пространство с Турцией. Пока не решен статус Нагорного Карабаха, такая интеграция не представляется себе. То есть мы должны получить гарантии, что в случае интеграции Турция не будет продолжать ту же самую политику. Если будут такие интеграции, если будет четкая картина экономическая и политическая, где будет все расписано, где будут гарантии со стороны Москвы, где будут защищены права этнических меньшинств в Азербайджане, грузин, армян, других этнических меньшинств, в Турции будут защищены историческое наследие,
армян, грузин, греков, наши соотечественники, которые там живут, этнические грузин, армян и другие этнические меньшинства, будут также обеспечены гарантиями безопасности, тогда, конечно, да, мы будем жить с ними в мире. Но пока такая агрессивная политика, политику представляет из себя Анкара, конечно, это будет труд. Конечно, это для них будет геополитическая катастрофа. Выход Турции из НАТО и интеграция в евразийское пространство. Мы все прекрасно понимаем, что Османскую империю в свое время создавали и поддерживали, потому что хотели разорить и разгромить Византию, потому что забрать в руки Босфор. Босфор – это, мы прекрасно понимаем, что такое теория Хартленда, что такая морская цивилизация и на что основана вся западная политика. Это морские пути. Это перекрыть все морские соединения вокруг евразийского пространства. А в лице Турции они, конечно, держать под кабалой вот, выход из Черного моря на Средиземное море. Ну, прежде всего, это акция против России, нацелена, чтобы российский флот не смог свободно передвигаться и чтобы они присутствовали в Черном море. А выход Турции, конечно же, и у них отнимает такую возможность. Значит, умирает многовековая такая идея Османской империи, существования Османской империи, и отпадает все, абсолютно вот вся эта натовская инфраструктура и в Болгарии, и в Румынии, и партнерские отношения с Украиной, и с Грузией. Понимаете, вот это будет потеря огромная, и Запад, конечно, будет противостоять этому процессу. То есть Эрдоган обречен. Если он будет выходить из НАТО, ему его ждет военный переворот, попытка еще одного военного переворота, может даже гражданская война, этнический конфликт между разными этническими группами. Вот сейчас на данном этапе это будет с курдами, которых Запад щедро будет финансировать и вооружать. И если Эрдоган не откажется, то все равно Эрдоган стоит перед проблемами. Все равно евразийское пространство будет развиваться. Китай, Россия и Иран не приемлят на этой территории присутствие НАТО, потому что все к этому идет. Россия не зря сейчас своих миротворцев со статусом миротворческих сил разместил своих военных в Карабахе. Россия не сдаст регион. Россия не намерен сдавать Западу Кавказ, потому что это жизненно важный регион для существования России, Китая и Ирана. Так что в обеих случаях Эрдоган обречен.